за покупками на ярмарку Улицкого историко-художественного музея. Торговая площадка только начала работу, но здесь уже большой ажиотаж. Неудивительно, на прилавках столько интересного. Это восточные сладости. Халва, баклава, чурчхела, пахлава, сухофрукты и орехи. А еще пряности, продукты пчеловодства и чаи. Аппетит разыграется от мясных и колбасных изделий, морских деликатесов. Кроме непродовольственных товаров, на ярмарке есть постельное белье. Множество мелочей для дома, галантереи, украшения из медицинского сплава. Можно также принарядиться. Предлагается широкий ассортимент одежды для всей семьи. Верхняя одежда в том числе. Сделать покупку помогут продавцы, которые ответят на все вопросы о товарах. Уважаемые жители и гости города Лиды, приглашаем вас посетить универсальную ярмарку, которая проходит на площадке Лидского музея. Всегда будем рады вас видеть. Не откладывайте покупку на потом. Ярмарка Улицкого историко-художественного музея будет в Лиде по 2 ноября. График работы с 10 до 19 часов.